Одной из самых обсуждаемых тем в новогодние каникулы были затяжные морозы. В Тверской области они продержались все праздники. В некоторые дни в отдельных районах температура воздуха опускалась ночью до минус 34 и даже ниже. В первый рабочий день Нового года, 9 января, в регион наконец-то пришло потепление. А чего ждать дальше? Потепление или похолодание? Об этом в следующем материале выпуска. Перед новогодней ночью в регион заглянула оттепель. Несколько дней столбики термометров показывали слабый плюс. Шли дожди и даже уменьшили сугробы. Но точно 1 января температура поползла резко вниз. Так, 2 января в Твери стало самым холодным за последние 30 лет. Согласно данным Гидрометцентра России, температура опустилась до отметки в минус 24,6 градуса. Ниже показатели были только в 1993 году минус 25,2 градуса. Каникулы у нас были, конечно, такие очень морозные. Температура воздуха в основном в восточных районах, северо-восточных, практически каждый день за 30 было. Было очень холодно. Среднесуточная температура была ниже нормы, аж чуть ли не на 20 градусов. В первый рабочий день Нового года столбики термометров резко поползли вверх и остановились у отметки в минус 10 градусов. Ночью было холоднее. Днем потеплее, минус 3, минус 8, прошел небольшой снег. Но надолго ли сохранится такая погода? По предварительным прогнозам тверских синоптиков, примерно на 3 дня. Ожидаются также временами осадки разной интенсивности. За это время через область пройдет аж 2 циклона. Атмосферное давление понизится. Ближе к выходным ожидаются ветер и морозы. Будет аномальный ход температуры идти, потому что циклон очередной пройдет, и в тыл циклона будет холодный воздух поступать. Поэтому утром будет теплее, чем днем и вечером. Морозы опять будут 13 числа уже где-то опять до 20-25 градусов в ночные часы. Потом опять на пару дней будет потеплее. На следующей неделе ожидаются своеобразные погодные качели от тепла к холоду и обратно. Холодную ночь прогнозируют с 17 на 18 января, а потом снова смена температуры. Есть вероятность, что с 19 числа будет довольно-таки тепло. По крайней мере, температуры будут близки к нулевым. Но довольно-таки сложно говорить за 2 недели. Тем не менее, синоптики напоминают, что на календаре зима, и для наших широт свойственна неустойчивая погода. Поэтому прогнозировать, каким будет конец января и февраль, морозными или по-весеннему теплыми, специалисты не спешат.